Приветствую вас, дорогие рукодельницы! Сегодня я вам хочу рассказать, как правильно рассчитать количество петель при вязании спицами. Я знаю, что многие начинающие сталкиваются с этой проблемой. Прежде чем угадать необходимое количество петель, необходимое для вязания, они много раз набирают, распускают, снова набирают, снова распускают. Было и у меня когда-то точно так же. Но после просмотра этого видео я надеюсь, что эта проблема у вас отпадет раз и навсегда. Итак, как же рассчитать количество петель? Во-первых, при покупке пряжи на ярлычке всегда указано примерный расчет плотность до вязания. Допустим, на 10 сантиметров 21 петля. И указаны спицы, номер спиц, которыми необходимо вязать, которые подходят для вязания из, допустим, этой пряжи. Но вот с этими расчетами можно не угадать по той простой причине, что у каждого, ну, скажем так, своеобразная техника вязания, да, кто-то вяжет слабо, кто-то вяжет наоборот очень туго. И здесь рекомендуется вязать образец лицевой гладью. Опять же, здесь тоже можно ошибиться, потому что при вязании, к примеру, ажурного узора, так как он эластичный, он хорошо тянется, то количество петель может быть оказаться лишним. И при вязании какого-то плотного рельефного узора, к примеру, если вы используете в своем вязании какие-то жгуты, да, какое-то переплетение, то узор, наоборот, стягивается, да, и количество петель может оказаться маловато. Поэтому лучше всего набирать петли именно, вернее, лучше всего вязать образец узора именно такой, какой вы используете при вязании. Итак, к примеру, нам нужно связать полувер вот такого размера. Да? Мы берем сантиметр и измеряем обхват по бедрам. У меня выходит 32 сантиметра. 32 пополам, это получается общий объем 64 сантиметра. И так как мы вяжем по частям, да, спинку, к примеру, то мне нужно набрать количество петель, которое будет соответствовать 32 сантиметрам. Мы вяжем образец узора и замеряем, сколько петель у нас будет в 10 сантиметрах. Вот таким образом. 10 сантиметров. Подсчитываем количество петель. У меня получилось 26 петель. Что мы делаем дальше? 26 петель, 32 петли. Делим на 10, у нас получается 3,2. И умножаем на 26 петель, то есть на количество петель, которые у нас в 10 сантиметрах. В данном случае получается 83 петли. То есть для того, чтобы не связать полувер вот такого размера, мне нужно набрать 83 петли, ну и плюс 2 кромочных. Вот такой вот простой и несложный расчет. Я думаю, вы теперь будете правильно рассчитывать и не ошибаться при вязании. Если вам информация была полезна, ставьте лайк. Не забывайте поделиться со своими друзьями. Возможно, они тоже нуждаются в этой информации. И пишите комментарии, если что-то было непонятно. Всем пока! И до новых встреч!